В истории человечества трагедия Райского моря считается одной из самых масштабных экологических катастроф. А ведь когда-то это было четвертое по величине озеро в мире. Сегодня на большей его части раскинулась пустыня. Воздушные массы поднимают со дна умирающего озера ядовитую солепылевую смесь, убивая вокруг все живое. Частицы аральской соли находят по всему миру и даже в Антарктиде. Но море все еще живет. И даже где-то местами восстанавливается. Лидеры государств Центральной Азии собрались в Туркменистане на свой очередной саммит, чтобы ответить на главный вопрос: как помочь морю и людям, и как уменьшить последствия экологической катастрофы. Около 500 лет назад, в эпоху Средневековья, море уже высыхало. Как говорят долгожители из этих мест, существует легенда, по которой это естественный цикл жизни Арала. Эту версию даже подтверждают археологические находки на дне умирающего водоема. Ученые утверждают, что здесь проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути. На берегу, усыпанном белой солью, словно мираж появился мавзолей. Так археологи описывают первые находки, получившие общее название «Аральская Атлантида». К слову, одно из культовых зданий, найденных в песках, оказалось точной копией мавзолея Ахмеда Яссауи в Туркестане, обнаруженной развалины древних городов. Но никто не может сказать, вернется ли море снова. Ведь в истории еще не было такого, чтобы климатические изменения накладывались на разрушительный антропогенный фактор. Вклад человека в осушение моря велик. Год за годом увеличивалось потребление воды на сельское хозяйство. И Сыр-Дарьи, и Аму-Дарьи в Арал исправно поставлялись пестициды и другая сельскохозяйственная отрава. Как ученые говорят, до 80 миллионов тонн соли и всяких химикатов, которые пришли сюда с орошаемых полей, поднимаются вверх и распространяются от Западной Европы до вершин Гималаев. Даже в Северном Ледовитом океане находят следы. Поэтому это является самой крупной экологической катастрофой в истории человечества. Для решения этой проблемы 25 лет назад и был создан Международный фонд спасения Аральского моря. Он стал площадкой для кооперации региональных усилий и участия всего мирового сообщества в решении этой по-настоящему глобальной проблемы. Правда, последние годы саммиты учредителей фонда по различным причинам не проводились. Последний состоялся в Алматы в 2009 году. И тем важнее встреча в Туркменистане. Президенты были настроены на откровенный разговор и диалог, несмотря на существующие разногласия. Тот же Бишкек, например, заморозил свое участие в деятельности фонда. Никуда не делись и вопросы о том, как же все-таки наиболее эффективно использовать водные ресурсы, не ущемляя интересов друг друга. Но у всех было понимание необходимости реформ. Первое, что я хотел предложить – провести совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы нашего фонда на основе действующих институтов фонда. Сегодня в узком кругу все президенты об этом высказали, и мы с уважаемым президентом Туркменистана договорились, он как председательствующий возьмет все эти предложения и разработает план. Это пересмотр позволит повысить качество работы фонда, укрепит его потенциал, адаптирует организацию к современным реалиям. Туркменистан основательно подготовился к саммиту, чтобы достойно встретить его участников. Но вместо столицы для переговоров была выбрана национальная курортная зона Аваза. Она находится на побережье Каспийского моря в 20 километрах от города Туркменбаши. Многие уже не помнят, что в советские годы он носил название Красноводск и был назван так по цвету водорослей в местной акватории.
Сегодня же в Туркменистане главенствует исключительно белый цвет, начиная от зданий и заканчивая автомобилями. Как известно, президент Туркменистана запретил эксплуатировать в своей стране машины черного цвета. Белые тона преобладали и в туристической зоне Авазар. По замыслу местных властей она должна стать курортной жемчужиной страны. Ее застройка, конечно же, впечатляет. Как нам рассказали, строительством и проектированием здесь занимались специалисты из Франции. В курортную зону было вложено очень много денег, и это буквально бросается в глаза. Здесь сданы в эксплуатацию около 20 отелей класса люкс, 8 здравниц, десяток коттеджных комплексов, яхт-клуб. Ожидается строительство спортивных комплексов и даже казино. Все это, по мнению организаторов, будет способствовать притоку иностранных капиталов, а также зарубежных туристов. Однако на мой вопрос, как же вы будете проводить эту идею в жизнь с вашим визовым режимом, мне никто так и не ответил. Кстати говоря, при обилии такой инфраструктуры мы не встретили большого числа отдыхающих. Если честно, их не было видно вообще. Возможно, это связано с мерами безопасности, введенными накануне саммита. Встреча глав государств проходила в здании Конгресс-холла. Это местная достопримечательность, сплав хай-тека и национальных традиций. Общая площадь грандиозного сооружения, стилизованного под, опять же, белоснежный шатер, составляет 185 тысяч квадратных метров. В фойе огромные аквариумы, вмонтированные в пол и в стены. Это словно напоминание о том, что и в Аральском море было большое разнообразие рыбы. Если же говорить о содержательной части саммита, то, как отмечали эксперты, фактически можно говорить о новом этапе сотрудничества. История Аральского моря насчитывает 20 тысяч лет. Однако, чтобы подвигнуть его к грани полного исчезновения, понадобилось несколько десятилетий. Что же сегодня происходит с морем, когда климат меняется, ледники тают, уровень воды в Амударье и Сырдарье понижается? Есть ли у него будущее? Туркменский саммит дает очередную возможность кардинальной перезагрузки всего процесса по спасению Аральского моря. По мнению глав государств, переговоры состоялись как нельзя более кстати. Во-первых, в регионе сложилась благоприятная политическая ситуация. Впервые в марте этого года в Астане главы государств Центральной Азии провели рабочую консультативную встречу и нашли взаимопонимание по многим проблемным вопросам. Во-вторых, имеется положительный опыт работы в рамках Каспийской пятерки, что может быть полезно для поиска компромисса. В-третьих, наработано взаимодействие с международными институтами. Это важно, поскольку в решении проблем Аральского моря должны быть заинтересованы не только страны Центральной Азии, но и государства далеко за пределами региона. Ведь экологическая катастрофа не имеет географических границ. Нашими совместными усилиями фонд получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. В апреле текущего года принята резолюция 72-й сессии сотрудничества ООН и МФЦА, где отмечается важность дальнейшего укрепления этого взаимодействия. В свою очередь, Астана 10-12 октября этого года принимает у себя 8-ю сессию совещания сторон Конвенции ООН по охране использования трансграничных водотоков и озер. Нужно отметить, что встреча в Астане станет первым совещанием сторон водной конвенции в Азиатском регионе. И Казахстан планирует возглавить эту структуру ООН. А значит, появится еще одна возможность привлечь внимание международной общественности к проблемам Аральского моря. Обсуждая эту проблему, мы сегодня сочли необходимым с этой трибуны обратиться ко всемирному сообществу, Организации Объединенных Наций, всем фондам, банкам, которые занимаются этими вопросами, обратить внимание и поддержать усилия наших государств, чтобы хотя бы уменьшить зло, которое приносит море сейчас людям.
контексте взаимодействия Международного фонда спасения Урала с международными структурами была и отмечена важность выделения аральской проблематики в отдельное, значит, направление работы Организации Объединенных Наций. Очевидно, что даже самые сложные проблемы могут быть решены. Главное – делать это общими усилиями и при поддержке науки. Казахстан в этом плане имеет уникальный опыт. При содействии Всемирного банка в нашей стране реализован масштабный проект, который фактически возродил Северный Арал. Строительство Кокоральской плотины позволило увеличить уровень казахстанской части моря, снизить его соленость и фактически возродить рыбную отрасль. Если ранее здесь водилось всего два вида рыбы, то сегодня 22, и 14 из них промыслового значения. Восстановлены и многие озера. Жизнь постепенно возвращается в брошенные ранее рыбацкие аулы. Порядка 16 тысяч местного населения обратно вернулось, возродился рыбный промысел. Сейчас в регионе добывается порядка 8 тысяч тонн рыбы в год. Эта рыба, часть из них идет на экспорт. 8 рыбоперерабатывающих заводов, 3 из них имеют еврокоды. То есть рыба в Аральском море, она очень качественная и здоровая, поэтому она экспортируется за рубеж, в страны Европы и в Россию. Кроме того, правительство, президент сделало все возможное для населения этого региона. В первую очередь, все население Приорале было обеспечено чистой питьевой водой. Многие города и районные центры снабжены сейчас природным газом. То есть экономическое, социальные условия жителей Приоралья очень хорошие в настоящее время, но остаются нерешенными экологические проблемы. Экология – это вопрос, требующий комплексного подхода. И в этом ключе в прошлом было предложено немало проектов. Один из них – по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и Центральную Азию. Над этой программой еще во времена СССР долгое время работали сотрудники центральных и союзных ведомств. Но в итоге проект не состоялся. Зато сегодня появились реальные инициативы, призванные снизить давление на окружающую среду. Были очень дельные предложения о том, чтобы с научной точки зрения, современной подойти туда. И единственное спасение – это укрепить соль на дне зелеными насаждениями, которые ученые нам предложат. Такие стойкие к солям растения, как саксаулы и другие, могут не только удержать, но и поддержать экологию. Например, высадка деревьев на дне Аральского моря идет успешно. Сейчас площадь этих насаждений, в том числе за счет самопроизводства, только на территории Казахстана достигла почти 300 тысяч гектаров. Ученые добились того, что почти 70% саксаула и сарсазана приживаются. Если мы сейчас говорим о том, что мы не можем в первоначальном виде возродить Аральское море, но есть технические приемные и инженерные идеи, которые могли бы восстановить в какой-то степени экосистему Аральского моря, чтобы оно не влияло на население, на, значит, пастбища, на орошаемые земли. То есть вот этот пылесолевой вынос со дна Аральского моря, в принципе, его можно прекратить. И все же странам-учредителям Фонда спасения Аральского моря не хватает совместных проектов. Прошлый опыт показывает, что, несмотря на положительные сдвиги, имеется узконациональный подход, который тормозит общую эффективность процесса. Нет и общего учета потребляемой воды. Настало время вводить цифровизацию и автоматизацию в систему управления, распределения, учета, мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. В рамках программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря необходимо делать упор на реализацию региональных проектов. К сожалению, все мы работаем только на себя. Каждый
в свою пользу каждый эгоистичный подход. Мы не сделали ни одной для троих, для двоих хотя бы программы, которая служила бы региону. Такой подход позволит существенно повысить результативность принимаемых нами мер, масштабировать положительный эффект. Учет распределения воды и транспортировка воды должен автоматизирован. Ну, каждое государство в своем центре следит, где сколько вода идет, по тому графику, по тому порядку реализуется, все видят. А сейчас как? Эта республика что-то открывает, закрывает, это для республики. Я имею в виду щит, затворы. Открывает, закрывает, это правильно, неправильно, это отражает следующим водопотребителям, которые расположены ниже по течению. Вот на это надо обратить внимание. Как видим, крайне важно ответить на вопрос, который обсуждается уже не первый год. В каком же режиме использовать питающий орал реки? В энергетическом или ирригационном? Президент Казахстана предложил выход, который позволит поставить точку в этом вопросе. В нынешних условиях важно вернуться к вопросу создания международного энергетического консорциума Центральной Азии. Создание такого консорциума позволит обеспечить баланс между ирригацией, гидроэнергетикой, использованием водных ресурсов трансграничных рек в интересах всех наших стран и народов. Реки должны нас сближать. Каждый раз спорить, каждый вегетативный период, президенты подключаются, чиновники нас сталкивают, мы с этой дуростью терпим, ходим. Вместо того, чтобы ударить по столу и каждого поставить на место, в интересах всех решать эти вопросы. Мы впервые так организованно встречаемся, поэтому требует от нас дальнейших скоординированных совместных действий. Со своей стороны я хочу заверить, я об этом всегда говорил, Казахстан был и остается последовательным, надежным партнером для всех, для вас в вопросах регионального сотрудничества. Президенты были едины во мнении, что деятельность Фонда спасения Аральского моря требует пересмотра. Один из проблемных вопросов – частые переезды штаб-квартиры фонда из страны в страну, что сказывается на его работоспособности. Необходимо рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета МФСА и вообще-то нормальной ее эффективной работы, чего сейчас нет. Это положительно скажется на эффективности деятельности фонда, позволит избежать задержек в работе при его переезде из-за смены председательствующей стороны. И здесь сидят наши министры иностранных дел, первым подходом они, а потом премьер-министры должны полностью посмотреть все документы фонда и все принятые решения и предложить нам совершенно новую эффективную структуру. То, что мы 20 лет назад принимали, действительно, оно уже устарело. Как известно, в природе все взаимосвязано. И аральская проблематика – яркий тому пример. Солепылевые выносы со дна моря оседают на ледниках. А это одна из причин их активного таяния. Утрата ледников, в свою очередь, может привести к тотальному дефициту воды. Как известно, ледники Тяньшаня являются главными источниками воды для Сырдарьи. И к 2050 году они могут потерять 50% своей оставшейся массы. То же самое относится и к Амударье, истоки которой находятся на Памире. К 2050 году речной сток в бассейне реки может сократиться на 30%. Прибавьте к этому рост населения и, как следствие, растущее водопотребление. И станет понятно будущее региона. Поэтому очень важно решать вопросы экологии комплексно. Экономное использование поливной воды, современных технологий, капельное орошение, которое применяется в других странах, во-первых, на 50-60% сокращает расход воды и повышает продуктивность в 4-5 раз. То есть в нашем регионе всего хватает. Энергоресурсов достаточно. Продовольствия всем нам хватает. Транспорта всем нам хватает. Мы близко находимся друг к другу. У нас единое понимание
у нас единый менталитет, мы понимаем друг друга. И, как говорят, сам Бог велел нам экономическое сотрудничество поднять на более высокий уровень, на благо всех наших народов. На полях саммита обсуждались действительно очень многие вопросы, в том числе и на двусторонних встречах. Итоги саммита дают надежду на то, что будущее у Аральского моря все-таки есть. Главный результат переговоров в том, что стороны решительно настроены на конкретную работу. Мы очень откровенно, очень конкретно, доверительно договорились об одном, что надо от разговора, от бумаги переходить к конкретным делам. Выражаю надежду и уверенность, что нам вместе удастся всесторонне реформировать МФСА, о чем мы в узком кругу, об этом мы уже договорились. Думаю, что нашей общей целью для спасения Арала является повышение эффективности деятельности фонда и его органов с равным учетом интересов и насущных потребностей всех государств Центральной Азии. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. В нем отражено общее стремление внести посильный вклад в преодоление последствий кризиса в бассейне Аральского моря. Очень серьезное обсуждение было. Надеюсь, теперь заседание фонда будет постоянным. Поэтому само по себе важное событие поворотное. Сегодняшний саммит действительно поистине является историческим событием. И что после достигнутых сегодня договоренностей наши президенты выразили уверенность, что дальнейшая работа фонда по Международного фонда спасения Арала уже будет направлена на более конкретные дела, чем, ну, к сожалению, это было до сегодняшнего дня. То, что сегодня состоялся саммит глав государств, это уже большой успех. Если измерить последствия экологической катастрофы в деньгах, то по подсчетам экспертов экономические потери составляют примерно 4,5 миллиарда долларов в год. И саммит стран-учредителей фонда спасения Аральского моря призван сократить эти колоссальные убытки. Главы государств создают универсальную базу для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в Центральной Азии. Если к этому добавить успешно завершенные переговоры по правовому статусу Каспийского моря, то уже можно говорить о создании обширного региона стабильности, который служит примером в непростых геополитических реалиях. По большому счету, речь сегодня идет не только об экологии Аральского моря, но и о создании территории мира, безопасности и устойчивого развития. А главным ориентиром в этой работе является благополучие и здоровье людей, проживающих в этом непростом регионе.